Госпожа. Кирасага, у тебя здесь какие-то дела? Ну, Михримах Султан звала. Вот я и ждал ее. Жду ее. Я все думала выбрать подходящий момент, но до сих пор начать разговор не получалось. Не пугай меня. Что-то случилось с Джахангиром? Нет, речь обо мне. Госпожа, мне... Убирайся. Ты слышала, что я сказала? Иди вон! Мама! Я сказала, пошла вон! И не смей никогда больше сюда входить! Чтоб я тебя не видела рядом со своими детьми! Ты меня поняла? Гадюка. Мама, Фирузе моя служанка, и мне это не нравится. Ни слова. Не то сейчас достанется и тебе. Чем она провинилась? Фирузе очень хорошая. Не страшно, если и допустила ошибку. Михримах, так вот знай. Это змея. Та изменница, что от нас скрывали. Твоя милая Фирузе. Госпожа, доброе утро. Джахангир еще спит? Нет, уже проснулся. Я приготовила завтрак. Но он ничего не хочет есть. И вчера так было. Может, у него болит что-то? Джахангир, мальчик мой милый, иди сюда. Сынок, почему ты не ешь? Если какое-то блюдо не нравится, то тебе сейчас непременно приготовят что-нибудь другое. Не буду я есть. Но так нельзя, дорогой. Ты должен кушать. Ты ведь хочешь стать большим и сильным, как твои братики? А Фирузе где? Я хочу, чтобы она меня кормила. Фирузе больше нет. Она уехала. Теперь с тобой будет Назлы. Она добрая, хорошая. Я хочу, чтобы была Фирузе. Пусть придет Фирузе. Я же сказала тебе, она уехала и уже не вернется. Ну, успокойся, не плачь. Не расстраивайся. Я покормлю тебя. Это я позвала ее к Джахангиру. Назлы. Отведи Шахзаде в его комнату. Приходи еще.
Я тебе сказала, кажется, чтобы ты близко не подходила к моим детям. Как же ты посмела прийти сюда? Матушка, она не виновата. Позволь узнать, раз ты смелая такая, чего же ты тогда пряталась от меня, как жалкая тварь? Просто я боялась. Не вас, госпожа, нет. Что потеряю повелителя? Что легко далось человеку, то будет легко и потерять. Никого и не будет. Ты ничтожество. Все, что у тебя есть, это жизнь. И она мной отмерена тебе, Фирузе. Останься, Мехримах. Матушка. Ты не должна посторонних защищать в их присутствии перед своими родными. Никогда. Никогда.